новый русский приходит в швейцарский банк. Ага. Он спрашивает, а можно у вас взять кредит? Его спрашивают, а сколько вам нужно? Новый русский говорит, $100. Ага. Ему говорят, только у нас процентная ставка 10%. Новый русский говорит, нет проблем. Еще говорит, вам придется оставить залог. Новый русский показывает в окно и говорит, Мерседес 600 подойдет? Ему говорят, вполне. Через год приходит новый русский, он дает $110 и спрашивает, могу я забрать свою машину? Да, конечно. Ему спрашивают, а почему такой странный залог? Новый русский говорит, а знаете, платная стоянка стоит дорого, а тут $110. Играю. Заходит бабушка и говорит, что приготовлено кушать. Ставлю на паузу, иду на кухню, смотрю, не нахожу обещанного, иду обратно, смотрю, она уже сидит и фанчас играет. Купил тёще путёвку в Испанию. А в какой компании? Компания называется «Турист». Так они же аферисты. Привезут в аэропорт в Мадриде и бросят. Я знаю. Посетитель спрашивает у бармена, у вас что тут, общество анонимных алкоголиков? Бармен спрашивает, нет, почему? Но почему-то я никого не знаю. Идет лекция по линейной алгебре. На последней партии два студента играют в карты. А препод в это время пишет что-то на доске. Один из картежников что-то не так покрыл, и второй говорит на без голос, ты что, совсем охранял? Препод говорит, спокойно, сейчас все объясню. Ну как твое изучение китайского языка? Ну, китайцы уже понимают, что я говорю по-китайски, но совершенно не понимают, что именно я говорю. Тиллес шел ночью по лесу и увидел вдали два красных глаза. Мюллер, подумал Тиллес. Сам ты Мюллер, подумал волк. Вовочка спрашивает у папы, папа, а когда мне исполнится 16 лет? Папа говорит, через 10 лет. Вовочка говорит, как долго ждать. Папа говорит, ну, если будешь вести себя хорошо, тогда через 3 года. Петруха, почему ты хочешь развестись со своей женой? Так вы же прожили вместе почти 70 лет. Она мне всю жизнь делала пакости. Ну, например, вчера ела чеснок моими зубами. В ЗАГСе. А жених, согласны ли вы взять жены эту женщину? А невеста, не подсказывайте. Степень моего одиночества в Новый год. Отложил кота у бывшей и отмечал вместе с ним. Подписываемся, кликаем на колокольчик.